Мутелло! Вот я проснулся. А вы, блядь, какие вот, идет, не умеете, рабы. Вот с вами как с братом, да, вот я до такой степени вот дал, понял, вот настолько на братстве, понял, с вами. Я сейчас хуй не свалить, бро. Столько с вами на братстве, на всей хуйне, то, что вы на голову сели, блядь. Сейчас буду с вами как с блядь общаться, блядь. Сразу начнете, нет, ты наш брат. Ай, уй, блядь. Суки, блядь. Вы, суки, вы. Как свет мой зеркальце, скажи. Кто-то ты. Слышь? Нортвей ты, блядь, как там погода? Кто с Тбилиси, блядь, как погода? Ке-ке-ке. Цунами. На каких-то тягах я. Я только встал, блядь, в каких тягах, блядь. Свет мой зеркальце, скажи, кто ебёт тебе очко. Чё одеть, слышь? Мой родной. Вот так теперь буду общаться. Мне так неприятно с вами общаться. Пацаны, чё одеть, а? Какие шорты рамы одеть, а? Для начала турсик одел. Турсик есть. А, пацаны, чё одеть? Ногти пострижены. Бля, вот с этим пальцем что, можешь что рассказать? Это что за, блядь, слышь, деление, блядь? Вот это что за деление, вот это? Объяснит кто-то? Это что? Я ебу на уроках математики, когда скажут делить на два, мой палец можно туда ставить. Вот этот. Вандерфу, один день и жизнь наркоман. Да твоего пахана стрим это, блядь. Сука, еба. Бля, вы какие противные стали в последнее время. Я просто в ахуе. А, спина. Свет мой зеркальце, скажи. Кто твою очку ебал? Блядь, я вам пиздец вчера. Ебать полиции было, блядь. Очень много полиции. А я съебался. Типа не на машине съебался. Я припарковал машину и ушел, блядь. С тюрьмы сбежал. Фу, какие вы некрасивые. Правильно читай хотя бы. Ты покушал ярко? Я с утра не могу кушать. Цвет мой солнышко, скажи. Когда в Сочи выезжаю уже, вот сейчас, через 5 минут. Бля, мне еще загран надо потерять. Бля, я как загран потерял, блядь. 300 лар на это надо давать. Какой кайфолом, блядь. Вот так будем, раз сегодня двигаться. Похуй, нет. Бля, ебать, я как бомж оделся, блядь. Как я оделся, блядь, что это нахуй? Какой хуй? Блядь, какой ужас, какой я худой, блядь. Давай заново в натуре. Мутелло! Нормально оделся, нахуй. Все, мне похуй, вот так оденемся. Нефор. Бич. Откуда деньги берешь? Да, блядь, заебал, откуда деньги беру? Прихожу вот так, вот сюда. Вот сюда прихожу, блядь. Вот так запускаю стрим. И деньги, прикинь, приходят. Охуеешь? Это что за мразь, блядь? Ебать, день открытой двери, что, по кайф приходишь? Что, нашла ключи, блядь? Да, прикинь. Боюсь. Обувь сними, муж курица. Руфо! Ничего. По-братски спустись, целую палку возьми, да, в бардачке? А? Спустись. Пошли пока так спустись. Даже? Да, согласен. Ам алейкум всем. Минус полтора. И минус 1,75. Мне, по-моему, зрение пизда, знаешь. Подожди. Бля, расскажи вчерашнюю историю про ментов по-братски. Давай я просто покажу и потом расскажу. А есть это прям видео? Ну, как они все окружили мою машину. А, это да, нет, стой, подожди. Это вчерашняя суета, вот. Не, это хуйня, это, блядь, долбой пацаны на стриме были. То, что приняли меня. Около налоговой. Вот здесь это где-то должно быть. Не, подожди, у тебя нету. Секунду. Я снял вот это, блядь, смотри. Да,
Мы это видели все, брат. Видели? Да. Короче, он дал, понял? Дал. А это налоговая. А я тебя не видел вообще, брат. Я, короче, он дал, машину типа остановил, и я понял, типа, вот видос охуительный, понял? Смотрю вот так, и вижу мусора, брат, только без машины, да? Да. Вот, блядь, пешком, ра. Ну, снимай канал, типа, не говорят, чья это машина, ру. Типа, кто был за рулем, ра. И я такой, ваху, я стою, блядь, такие, блядь. Ее молчит, я молчу, типа, все молчим, ра. Машина призрак, блядь, понял? И, короче, а я съебался же. Кстати, мент начал, типа, ну, агриться на Георгия, ра. Да. Короче, он что-то, блядь, на Георгия пахана сказал. И он говорит, мама, чем я? Пичу, ты что, охуел, говорит ему, ра? На, возьми этот чек вообще. Спасибо. И, короче, потом... Ты вообще в моменте как съебался? Блядь, брат, короче, пацаны, это были менты. Ты как съебался вообще? Я сейчас тебе расскажу вообще, что за ситуация была. Это там же центральная налоговая. Да. Понял? Хочешь воду? И, нет, и я же там, да, там вода есть, брат, бутылка. Я холодную хочу. Холодная? Нет, холодная у меня в комнате бутылка. Ну, пацаны, смотрите ситуацию. Ну, он видос снимает, а я не хочу на Твиче дрифтовать, понял? Вот, типа, вот так виднеться. То, что, блядь, один раз меня уже предупредили в Грузии. Тоже погоны. Бля, ну, пиздец, душнило. И этот... Я, короче, я сперва дрифтанул, где при въезде, потом второй раз там, и приехала полиция. Ну, знаете, какая полиция? Приехали СУС, как ФСБшники, типа, не которые патрульные, а главнее полиции, которые вот, они им подчиняются. И они, короче, приехали, типа, чья машина, говорит, ну, хотя, говорит, на похуй, мы разбираться не будем. Все, короче, да, эвакуатор зовем, и все, машину забирают, а там уже, блядь, хозяин сам на нее выйдет. А я съебался. И, а вот этот Георгий, тип, кто снимал, помните вчера влог, его папа работает в министерстве, но он тоже там был. И он начал, типа, бля, мужики, у меня, говорит, сын, понял, вот, снимает влог, говорит, мы всех собрали, хотели сделать красивые кадры туда-сюда. И эти, а вот эти... Ну, как... они агрессивные, блядь. Они сами, блядь, открыли двери, блядь, твоей машины. Чего они, блядь? Да, они начали открывать мои двери машины. Мол, давай, короче, либо сейчас сами мы за руль... Короче, пиздец, я, надо. Короче, но там ну, блядь, они нихуи, значит, окна, блядь, типа, поднял твою машину, блядь. Закрыл и съебался сам. Да, они, короче, начали, пацаны. Ситуация была пиздец, в плане то, что они в наглую мусора сами. Они, типа, агрессивные были пиздец вообще. Если да, слушайте. Не, если бы не тот мужик, ну... то твою машину, блядь... Нет, там вообще он потом не решал. Потом, короче, я уже сказал, хуй с ним, блядь. Что будет, будет, понял? А там как ситуация была? Я же ушел. Ты пешком ушел вообще? Я просто машину остановил. Там же открытую все похуй. Пока ты был, блядь. Да. Я остановил, я съебался. В шуме, блядь, съебался нахуй. Я съебался. И, короче, слева наши пацаны были, Орхевские. Да, знаю. Я вышел, короче, с ними, значит, они с тёлками были. А у меня сигарет нет, я курить хочу. А они бухают. И он говорит, ва, злой рубора, хартики, так это не кирауи, нормально, брат. Я говорю, вон мусора пришли. Он говорит, ау, да ну нахуй, говорит, это гандоны, понял? Да. Пиздец, говорит, тебе. Я говорю, похуй мне. Я говорю, сигареты есть? Он говорит, нету, говорит, давай напополам одну покурим. Я говорю, похуй, давай. Я поставил с ними сигарету, покурил напополам. Потом Георгий звонит, только, говорит, не подходи. А я думаю, блядь, сейчас машину на эвакуаторе заберут. А там уже все. А маму уже... выебут, ра, машина, конечно, а там уже брат. Пиздец начнут. Новый Брабус, блядь, диски в рот выебались бы, нет. И я, короче, я сел, я, короче, пришел туда, смотрю, ебать, там человек 15, понял, за машиной. Больше, брат, больше, да, было. Человек 15 за машиной. А я Георгию говорю, типа, Георгий, ты заебал очковать, сядь за руль и уедь, понял? Въебут, да, тебя внутри стола, въебут, что делать, блядь? Кулы, брат, самое главное. У Георгия тогда дохуя, у Георгия, да. Сто у него. Я говорю, похуй, въебывай. И он говорит, Рина, блядь, нереально. Я думаю, ну, Георгий, пиздеть не будет. Иду, а там сзади машина окружение, ебать, понял? Они уже с этой лентой, ментой, блядь. Я просто пришел, и Али говорит, блядь, давай, говорит, я на себя возьму, и все, понял? Да, но потом они с тебя сами. Нет, тип принципиальный был, чтобы типа извинились бы, понял? Ну мы извинились. Да, нет, да. И он говорит, типа, хозяин хочу, чтобы извинился. Я Алик подошел, что типа моя машина была, мы вот видео снимали, хотел выебнуться, вон там девчонки и так далее. А, Алик сказал это? Да, хотел повыебываться, говорит, Алик плюс рэп, а? Хотел, говорит, повыебываться туда-сюда, и Алик на себя все взял, понял? А-а-а, я думал, ты пришел, понял? Нет, ты пришел, и ты сказал. Я вообще не подходил, брат. Я вообще не вариант был мне подходить. Я встал с этой девчонкой, начал с ней, не понял, стоять общаться. Я как ее уже запомнил. Я, конечно, начал с ней, понял, разговаривать. Начал выебываться, говорю, бля, похуй, жесть. А самому очко вот такое стало. А вам? Вот такое очко было.
а я сам похуй, блядь. И так я налил. Она говорит, ты налишь. Я говорю, да мне похуй, понял. Арда сам в очко. Арда вот здесь. Бля, ну его. Очко вот такой же. Бля, Алик же, брат, тут же. Кто? Алик. Где? У него машина, блядь, тут. Фит? Да. Заругай. Там ворот ебал. Где? Ну там, кстати, его фит, вон. Наблюдает, походу, вот стоит. Да что ты пиздишь, долбоёб, что ли? Клянусь Аллахом, брат. В натуре? Да. Бля, Алик, ты чё, долбоёб? А нахуй он пришёл и в машине... А чё, он тупой, что ли? Это не его машина, брат, это не его диск. А, его. Брат. А чё он не поднимается? Бля, его маму выебал, да, весь? Бля, Руфат, какой же ты тупой, блядь. Ну, брат, я разбил. Я подпишусь, брат. Фу, то есть всё ебал, блядь.